Сегодня 11 ноября, суббота. Это Золотой берег. Сегодня очень сильные волны на море. С ночи у нас были сильные порывы ветра. Штормовая погода была, дождь лил все утро, а к обеду распогодилось. Солнышко, тепло, а вот море бушует. Сильнейшие волны. Хоть и суббота, но людей возле моря мало сегодня. Розочки цветут еще. Красивая. Да, море сегодня разбушевалось, конечно. Здесь чаек много, люди подкармливают, разлетались. У меня тоже есть чем чаек покормить. Сейчас спущусь вниз. Там песок мокрый. Сейчас попробую. Ждут хлеб. Сегодня людей мало, никто их не кормит, не ждут. Я здесь спряталась под навесом, потому что берег вообще смыло. Знаете, голодные.
не полетели, их, наверное, наверху кормят. Чая сегодня очень много. А людей мало. А людей на море мало. Там наверху тоже кормят, хлеб кидают. Это стоит одна несчастная, сейчас я ей кину хлеб. Держи! О, сюда уже перелетели. Медузы выкинула аж сюда. Здесь так хорошо, не хочется уходить отсюда. А море все штормит. Все, иду дальше в сторону Аркадии, прогуляюсь. Котик сидит. Тебя покормить? У меня есть корм. Давай, иди ко мне. Да, да, сейчас. Сейчас покормлю зайчик. Кушает. Сегодня людей мало, так все голодные. Чайки и коты. Быстренько ты управился с пачкой корма. Голодненький. Очень-очень тепло. Хорошо сегодня на море. Все прекрасно просто. Ой, кто здесь наверху сидит? Морда. Щурится. Он не голодный. Не бежит, не бросит. Отдыхает себе, сидит. Собачки раздолье бегает, море купается, прелесть. Все море ее. Никого нет, она себе резвится. О, девушка купается. Молодец. Моржиха. Хоть и тепло, но уже не пляжный сезон. Взяла кофе в будочке, там будка, очень вкусный. Мужчины не такие смелые, они в море не идут, он одетый стоит. Девушка молодец. Он в той будочке кофе купила. Вкусный, очень вкусный кофе.
О, вон еще один мужчина разделся. Сейчас тоже будет купаться. Давай, иди уже, поплавай. Все, вот, молодец. Ныряет? Вот кому хорошо. Что вот такая обстановочка у нас сегодня на море 11 ноября. Сегодня спортсменов нет, волейбол не играют. Улитки в ряд сели. Кораблик, там они поставили стол напротив ресторана, там глинтвейн, кофе продают, печенье, ну, люди собрались. Вся детская площадка в воде сегодня, ну что делать, шторм посмывало берег. Какое море сегодня? Да, море сегодня успокаиваться не собирается. Уже фонари включили. Сейчас быстро темнеет. Сейчас уже начало 5-го.
здесь чайки собрались голодные. Голубь красивый. Десятая фонтана. Сейчас так выглядит. Вот так вот на десятой сейчас. Есть люди, гуляют. А я иду дальше, в Аркадию. Вот так здесь сейчас на трассе здоровья, по дороге в Аркадию. Да, уже темнеет. Очень много после дождя улиток повылазило. Очень много, они повсюду здесь. Вон одна. Там очень много улиток. Они везде. Ползет. Вот они везде. Так красиво, с одной стороны листики зеленые остались на этой ветке, а с этой вот одна же веточка, так где она, ярко-красная. И вон ветка красная. Наконец-то я уже к Аркадии подхожу, к плитам. 16-й иду, 16-й фонтана. О, здесь штормит. Ступеньки мокрые, аж сюда море долетает. Так сегодня здесь на плитах все затопило. Все, сейчас нас здесь накроют. Ай, ужас! Боже, кошмар какой! Вот это шторм сегодня. Все, сейчас меня накроют здесь. Большая волна.
скамейки позаливало, людей позаливало вон впереди. Боже, а вон огромная волна идет. Боже, ужас какой! Боже, кошмар какой! А-а-а! Так, все, надо бежать. Боже мой, просто сильнейший шторм, это ужас, боже, ужас какой!